Дорогие друзья, у нас с вами третий урок, посвященный обучению игре на фортепиано. Ну, любое обучение, тем более такому сложному искусству, как музыка, это путь, это процесс. Так что сказать, что с помощью вот нескольких уроков, там, 5, 6, 10, можно овладеть игрой на музыкальном инструменте, ну, это, конечно, будет чересчур, что называется. Но я хочу помочь, я хочу облегчить эту задачу и, как говорит китайская поговорка, путь в 1000 миль начинается с одного шага. Вот мы этот шаг с вами сегодня совершим. Маленький шажочек, который вызовет, я надеюсь, у некоторых желание совершить и второй шажочек, и третий, и кто знает, может быть, из вас, из кого-то, не из всех, я думаю, наверное, получится, может быть, очень неплохой пианист. И начало этому процессу будет положено как раз сегодня. Ну, а кто-то будет для себя играть. Вообще, конечно, говоря об уроках игры на фортепиано, я подразумеваю попытку заполнить ту брешь, которая у многих наших соотечественников имеется в области музыки. Потому что в школе, ну, я об этом уже говорил не один раз, в школе это поставлено, как правило, ну, если только вот найдется инициативный какой-то очень болеющий душой за дело человек, педагог, может быть, только благодаря этому картину можно изменить. А так, в целом, в общем, у нас занятия музыкой в школе, в общеобразовательной, поставлены очень неважно, очень неважно. Поэтому речь идет просто о восполнении вот этих пробелов, о вещах, в общем-то, достаточно банальных. Нотная грамота на том уровне, который я подразумеваю здесь вот в своих уроках, он, в общем-то, должен быть по умолчанию у каждого нормального человека. У каждого воспитанного человека. Но у нас не так. У нас, как я уже сказал, нотную грамоту знают лишь те, кто специально этим занимается. В музыкальных школах или там частным образом. А должны были бы это знать все. Вот на том уровне, который я хочу вам предложить, это должны были бы знать все, абсолютно все. Так же, как немножко уметь рисовать, так, чтобы собаку с коровой не перепутать. Вот. Также должны, ну, немножко быть спортсменами, потому что это относится к общей культуре. Все. Вот то, о чем я говорю, это относится к общей культуре. Физическая подготовка, музыкальная подготовка – основы рисунка, умение изобразить то, что ты хочешь объяснить словами. Потому что вот на словах объясняет кто-то, а начнет рисовать, ну, какая-то чепуха получается. Вот это тоже все пробелы, пробелы, пробелы. Нам, ну, это я уже далеко зайду, если начну об этом разглагольствовать. Но, в принципе, нам, конечно, надо менять систему образования. Вот был такой Шаталин в свое время, педагог Шаталов. Вот. Он
очень хорошую методику предложил. Но ею было воспользовались в 90-е годы, но потом это исчезло и заглохло, и, к сожалению, все по-прежнему не так, все не так, ребята, как Высоцкий пел. Ну, я со своей стороны пытаюсь как-то вот, пользуясь теми возможностями, которые сейчас есть, я имею в виду YouTube, вот эти уроки бесплатные, вот то, что я делаю на Патреоне, это все тоже очень недорого. Я пытаюсь сделать общее доступным вот то, о чем я выше сказал. Значит, мы сейчас перейдем с вами к вещам банальным, к нотной грамоте. Те, кто с нею знаком, скажем, по музыкальной школе или там по каким-то другим причинам, ну, они могут смело проигнорировать то, о чем я буду сейчас вам рассказывать. Но ведь я рассказываю не тем и пытаюсь эту информацию донести не тем, кто с нею знаком, а тем, кто не знаком, естественно. Так что я надеюсь, вы меня не будете упрекать в том, что я говорю какие-то общеизвестные вещи. Ну, кому-то они кажутся общеизвестными, а кто-то впервые об этом услышит. Ну, ближе к делу. Значит, мы перейдем к нотной грамоте, а именно к способам записи тех характеристик музыкального звука, о которых я говорил на предыдущем уроке. То есть мы говорили с вами о высоте звуков, о протяженности звука во времени, о длительности звука и способах записи звука. Мы длительности звука сейчас поговорим с вами уже, наверное, в четвертом уроке. Говорили о тембре. Ну, тембр, он не фиксируется с помощью каких-то специальных обозначений. И о силе звучания, о громкости. Ну, вот громкость, она обозначается там различными, с помощью различных итальянских терминов. Но вот из этих перечисленных свойств особое значение имеют вот эти два первых. Это способ фиксации высоты звуков, потому что музыка – это соотношение звуков по высоте и соотношение звуков по протяженности во времени. Вот эти две характеристики, взаимодействуя друг с другом, они, собственно, и создают членораздельную речь музыкальную, которую мы воспринимаем как законченную мысль. И от того, насколько хорошо мы будем владеть вот этими приемами записи высоты звуков и протяженности звуков во времени, от этого зависит, конечно, наша способность погрузиться в тот музыкальный мир, который нам предлагает композитор, тот или иной композитор. Итак, способы записи высоты звуков. Те, кто смотрел мои гитарные уроки, знаком с гитарными уроками, что-то он знает об этом, исходя вот из полученных с помощью гитарных уроков знаний. А все-таки фортепиано имеет свою специфику. Там используются два нотоносца, в отличие от гитары. Ну, гитарные ноты на одном нотоносце, как правило, записываются. И в скрипичном ключе. Фортепианные же ноты записываются, во-первых, на двух нотоносцах. Это почти оркестровая фактура.
А иногда даже на трех нотоносцах, как на органе записываются ноты для фортепиано. И там используется так называемый басовый ключ, ключ фа. Вот сейчас мы с этим совсем с вами и познакомимся. Ряд звуков, находящихся в определенных звуковысотных отношениях, называется музыкальной системой. Звуки музыкальной системы, расположенные в порядке высоты, носят название звукоряда. Звуки звукоряда также называются ступенями. В нашей музыкальной системе 7 ступеней, 7 названий нот. Вы, конечно, знаете еще со школы, какая бы она там ни была, и в каком бы режиме вы ни изучали музыку в общеобразовательной школе, вы эти названия, конечно, помните. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Для записи этих упомянутых ступеней звукоряда под названием до, ре, ми, фа, соль, ля, си используют 5 параллельных линеек, носящих название нотоносца. Счет линеек ведется снизу. Вот эта линейка носит название первой, это, соответственно, вторая, это третья, четвертая и пятая. Вот 5 линеек нотоносца. Ноты располагаются на нотоносце на линейках и между линеек. В начале нотоносца, как правило, ставится ключ. Назначение ключа – это закрепление за нотами определенной высоты. Вот этот ключ, также являющийся всем известным музыкальным символом, называется скрипичным. И его особенностью является то, что, перечеркивая вот этой завитушкой вторую линейку нотоносца, он закрепляет за ноты, расположенные на второй линейке, название соль. Зная, что ноты располагаются на нотоносце на линейках и между линеек, отталкиваясь от положения ноты соль, которая, в свою очередь, закрепляется ключом под названием соль, можно легко найти остальные 6 ступеней. А именно, следующая по порядку, если идти вверх, нота ля, находится чуть выше, чем соль, между второй и третьей линейкой. Следующая по порядку – си, на третьей линейке. И затем порядок чередования нот повторяется. Вообще, в музыкальной системе используется 88 нот. И все эти 88 звуков могут быть взяты на фортепиано. То есть в этом отношении фортепиано является своеобразным оркестром. То есть ему доступны все произведения, существующие на свете, и даже симфоническая музыка может исполняться на этом уникальном инструменте. То есть возможности фортепиано огромны. Ну вот я сказал, что название нот 7, и дойдя до ноты си, они начинают повторяться. Значит, следующая по порядку нота до, между третьей и четвертой линейкой, ре, следующая по порядку, на четвертой, ми, между четвертой и пятой, фа на пятой, соль над пятой. И вот здесь есть одна тонкость. Следующая по порядку нота ля на нотоносце не умещается. Поэтому для ее записи и записи всех последующих нот используют вот такие коротенькие добавочные линейки, счет которых начинается вот с первой.
И так вот они идут вверх в порядке очереди. Значит, это первая верхняя добавочная линейка. Значит, те добавочные, которые расположены над натоносом, они носят название верхних добавочных. Значит, это первая верхняя добавочная. Вот на ней расположена нота ля. Над первой добавочной, соответственно, си. А вот для ноты до уже требуется две добавочных. Значит, порядок чередования нот опять начинает повторяться. До, ре, следующее по порядку, над второй верхней добавочной, ми на третьей, фа над третьей добавочной и так далее. И точно такой же принцип будет в том случае, если мы пойдем вниз от ноты соль. Значит, нота соль – это отправная точка, от которой мы начинаем все высчитывать. Ну, а находится эта нота соль в соответствии вот с ключом под аналогичным названием на второй линейке натоноса. Значит, еще раз напомню. Ну и чуть ниже соль будет нота фа. Еще ниже ми, под первой линейкой ре, а вот для записи ноты до нам также понадобится добавочная линейка, только в отличие от тех добавочных, которые расположены выше натоноса и носят название верхних, эти, соответственно, называются нижними добавочными. Значит, нота до находится на первой нижней добавочной, си под первой, ля на второй, значит, это ля, соль, следующая по порядку, под второй нижней добавочной, значит, это соль, фа на третьей, ми под третьей, ре на четвертой и нота до, на которой мы остановимся, под четвертой нижней добавочной линейкой. У нас получился звукоряд, то есть звуки системы музыкальной, расположенные подряд по ступеням. Вот по ступеням, идущим одна за другой, вверх и вниз. И этот звукоряд, он уходит, в общем, в бесконечность, можно сказать, вверх и вниз, до тех пор, пока мы не выйдем за пределы восприятия человеческим ухом высоты звуков. Ну, такие пределы существуют. Это, если идти вниз, мы дойдем до звуков порядка 20 или 16 колебаний в секунду или 16 Гц. А если идти вверх, то мы дойдем до звуков, дающих порядка 4176, по-моему, колебаний в секунду или герц. Вот. И после этого обычный человек, как правило, уже перестает слышать звуки, улавливать их своим ухом. Они переходят в разряд ультразвуков и, соответственно, в музыке не используются. Значит, это вот у нас звукоряд. Да, обратите внимание на такую вещь. В звукоряде, так как нот всего 7, происходит повторение звуков с одинаковыми названиями. И вот для того, чтобы их не путать между собой, скажем, вот это ля с этим ля, это ми с этим ми, называются они одинаково, а звучат по-разному. Вот для того, чтобы не было путаницы, звукоряд разбили на октавы, на части, каждая из которых включает в себя 7 ступеней. Вот 7 вот этих названий нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Значит, отсчет нот, входящих в октаву, начинается от ноты до. Вот мы берем ноту до за единицу отсчета, отсчитываем
7 ступеней, получаем октаву. Октава. От этого до си включительно, следующая октава. От этого до следующая октава. Ну и эта часть звукоряда тоже носит название октавы. Значит, октавы имеют свои собственные названия, самостоятельные названия. Вот эта октава называется малой. Это малая октава. Эта октава носит название первой. Это вторая октава. Это третья октава. Дальше, если идти вверх, будет четвертая октава, пятая октава, и мы выйдем за пределы восприятия высоты звуков человеческим ухом. Если же идти вниз, то за малой октавой вниз, если идти, будет большая, потом будет контроктава, потом будет субконтроктава, и мы тоже выйдем за пределы восприятия, попадем в разряд инфразвуков. Значит, вверх это ультразвуки, а вниз тоже есть пределы, когда мы выходим за вот этот диапазон восприятия человеческим ухом. Это уже инфразвуки, сверхнизкие. Значит, в общем-то, это все вещи банальные, которые вы должны были бы еще в школе, в обычной, не в музыкальной, в обычной школе вы должны были бы это все изучить и знать. Мне вообще уже до тошноты, честно говоря, объяснять этот материал. Я его объясняю в миллионный раз, наверное, в миллионный раз, потому что у меня тысячи учеников были, и вот я уже не могу видеть это все. Вот. Но я понимаю ситуацию, я понимаю, что у большинства моих соотечественников в этой сфере, если они специально этим не занимались, то в этой сфере есть пробелы, вот я пытаюсь их восполнить. Хотя это, в общем, я говорю, это совершенно тривиальные вещи, которые должны были бы по умолчанию быть вам известны, но это, к сожалению, из-за недостатков музыкального образования в общеобразовательной школе, это не так. Вот. И тут ничего не сделаешь. Ну, надо как-то выходить из положения. Так что извините те из вас, кто этот материал, в общем-то, так же, как и я, считает чем-то совершенно неинтересным, скучным. Вот. Но я ведь объясняю не для тех, кто знает, а для тех, кто не знает. Так что вот такая вот у нас ситуация сложилась. А что касается фортепиано, как это привязать к фортепиано? Значит, я покажу, как эти ноты выглядят на фортепианной клавиатуре. Но перед этим я еще кое-что должен сказать. Во-первых, ноты для фортепиано записываются на двух нотоносцах, а иногда даже на трех, как для органа. И видите, тут используется еще так называемый басовый ключ для нижнего нотоносца. Вот этот басовый ключ, надо о нем сказать отдельно, потому что те, кто изучал мои гитарные уроки, они знакомы, в общем-то, вот с этим материалом. А вот с этим ключом они еще не сталкивались. Как правило, в гитарной нотации басовый ключ, ключ фа, так называемый, не используется. Значит, в чем особенности басового ключа? Вот видите, он как запятая выглядит и две точки по бокам четвертой линейки нотоносца.
Вот эти две точки, они, собственно, и указывают на то, что на четвертой линейке нотоносца, если вы находитесь в басовом ключе, который, как я уже сказал, имеет еще одно название – ключ фа, находится нота фа малой октавы. То есть это вообще огромное преимущество басового ключа для записи нот басового регистра, требующих большого количества добавочных линеек, нижних добавочных линеек. То есть вот эту ноту, расположенную на третьей нижней добавочной линейке и записанной вот в скрипичном ключе, в басовом ключе мы расположим на четвертой линейке нотоносца. И таким образом у нас, видите, нет необходимости использовать огромное количество добавочных линеек. Но вот если бы нам надо было записать в скрипичном ключе ноту до малой октавы, то она выглядела бы вот так. А в басовом ключе она будет выглядеть вот так. Видите, какое огромное преимущество вот с точки зрения визуального распознавания нот. Так что басовый ключ, как я уже сказал, он позволяет избавиться от большого количества нижних добавочных линеек. Вот это его эксклюзивная, так сказать, особенность. Ну и наша задача сейчас выяснить, где эти ноты располагаются на фортепианной клавиатуре. Ну, вам надо будет этот материал, достаточно скучный, постараться выучить, ну или хотя бы познакомиться с ним в основных чертах, прежде чем мы перейдем непосредственно к разучиванию первого произведения уже на фортепиано. Это будет прелюдия до мажор Иоганна Себастьяна Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Ну, почему? Вообще, видите, я же не пианист, я педагог гитары, я гитару 40 с лишним лет преподаю, но фортепиано я не преподавал, в сущности. Но у меня есть кое-какой опыт, в том числе и негативный, касательно обучения игре на фортепиано. Значит, традиционные педагоги, они меня бы заклевали сейчас. Вот как вы начинаете, вы сумасшедший, с первой прелюдии из хорошо темперированного клавира, вы знаете, что это вообще Библия музыкальная, к ней надо подходить вообще предварительно там, вымыв, как Гоголь там писал, купив кусок мыла, и там 2 часа тереть им руки, и только потом взять и открыть этот священный том. Вот, это все правильно, конечно. И я к Баху отношусь с огромным почтением. Не надо меня обвинять в том, что я там как-то его тем самым принизил, предложив выучить прямо вот всем подряд. На самом деле, вот эта традиционная фортепианная педагогика, когда там сидит лысый мужик какой-нибудь, 50-летний, а ему педагог говорит, вот руки, вот так вот, и дает ему там петушка какого-нибудь, или там в садике Майкопара, там он плюется, но он учит это, конечно, но это настолько жалко, настолько неинтересно, настолько вообще, это только отбить охоту можно таким образом. А я, слава богу, не фортепианный педагог. Я когда пришел в музыкальное училище, я закончил экстерном музыкальную школу и с фортепианом вообще не был знаком.
А в училище пришел, а там подразумевается, что ты должен играть уже на фортепиано. А я не играл, я даже не знал, где ноты расположены на клавиатуре. Вот. И мне педагог, она аспирантуру закончила после Московской консерватории, она традиционно, ну, вот там надо держать персик, как бы там, надо мягкие руки, там вот все это расслаблено. Это все хорошо, все правильно. Но что она мне дала? Она мне дала курочку, там, петушка какого-то там в садике, вот эти все дурацкие. Ну, я играл первую сюиту для виолончели Баха, когда поступал в училище, вариации на тему Моцарта, она мне петушка дает. Вот. Я ей сказал, что, простите, мне это совсем не интересно. Но она продолжала настаивать, и я перестал ходить. Меня чуть не выгнали из училища из-за этого. Я перестал ходить на фортепианные уроки, потому что я счел это издевательством. Но я реабилитировался тем, что я взял и... Ну, я к тому времени был знаком немножко с фортепианным Бахом. Мне потрясающе это все понравилось. И я по своей инициативе не петушка начал этого учить, а фа минорную прелюдию и фугу из хорошо темперированного клавира. Только-только я выучил расположение нот на клавиатуре, и я по своей инициативе взял вот это произведение, которое даже профессионалы считают непростым. Вот. И я его выучил. И прелюдии, и фугу. В нужном темпе. Ну, там, конечно, с точки зрения профессионального пианизма это все было не камильфо, но... Ну, я выучил прекрасную музыку, мне было это интересно, я обогатил себя и новыми впечатлениями, и технически развился. И это было, во всяком случае, очень интересно мне. Вот. Ну, и когда я педагогу сыграл, она не поверила, вот Татьяна Григорьевна моя, она не поверила, что я это выучил самостоятельно. Вот. Она сказала, ну, вы, наверное, занимаетесь у кого-то там. Без моего ведома. Я поклялся, что нет, это я вот сам. Мне просто интересна эта музыка. Вот. И я, пометуя вот этот свой опыт, решил его использовать применительно к вам, ко всем. То есть я не буду вам давать эти традиционные курочки там, и петушки. Я вам дам сразу... первую прелюдию из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Это прекрасная музыка. Во всяком случае, вы будете ее учить с радостью душевной. Вам это будет нравиться. Вот. И когда вы ее выучите, а выучите вы ее обязательно, это я вам гарантирую, вот, как бы вы ее ни играли, конечно, вы ее как Рихтер не сыграете, это понятное дело. Но, наверное, никто из вас такой цели не ставит. Я во всяком случае, сразу вам сказал, что я не ставлю задачу сделать из вас всех Микеланджело или там Горвица. Это невозможно. Вот. У меня скромнее задача. Я хочу, чтобы вы на любительском уровне, во-первых, познакомились с нотной грамотой, восполнили вот этот пробел. Во-вторых, чтобы вы могли для души, для себя играть красивую музыку. И делать это с удовольствием для себя и для своих домашних, чтобы они вас там сковородкой не ударили за этих петушков. Вот. Значит, для того, чтобы нам приступить к прелюдии из хорошо темперированного клавира, мне еще кое-что вам надо будет рассказать. Во-первых, познакомить с расположением нот на клавиатуре. На клавиатуре вот эти ноты, которые мы с вами здесь рассмотрели, выяснить, где они берутся на клавишах фортепианных. И второй момент с длительностями, с ритмом разобраться. То есть
Ну, опять-таки, эту тему я рассматривал в гитарных уроках своих, и кому-то она тоже может показаться скучной, но ведь я еще раз повторяю, уроки эти адресую тем, кто не знает, а не тем, кто знает. Вот. А те, кто не знают, я думаю, для них это будет откровение. Значит, мы сейчас посмотрим клавиатуру, где вот эти ноты находятся, и следующий, четвертый уже по счету урок будет посвящен длительностям, ритму, таким понятиям. И на пятом уроке мы с вами возьмем прелюдию долгожданную. Вот, и вы будете вот эту прекрасную музыку играть. А дальше уж как Богу будет угодно. И насколько вы проникнетесь этим, насколько вас это все захватит. Если захватит, потому что это надо гореть, это надо любить, любить. Все от любви идет, имейте в виду. Значит, как только вы загоритесь, и пламя вас охватит, и вы начнете этим жить, все у вас пойдет как по маслу. Но холодным способом не делается ничего в искусстве. Ни в искусстве музыки, ни в искусстве живописи, ни в писательском деле, нигде, ни в спорте. Это надо быть энтузиастом. Вот говорят, способности там музыкальные. Способности – это замечательно. Но у меня сын, у него абсолютный слух, там потрясающий совершенно. Но не занимается музыкой. Он говорит, а мне это не нужно, не интересно. Вот, мне это не интересно. Вот вам способности. Значит, дело в этом интересе, который на самом деле переходит в страсть, в какую-то огненную любовь к делу. Вот только благодаря этому можно освоить такое непростое дело, как игра на музыкальном инструменте. Но я должен сказать, что вообще фортепиано это гораздо легче, это гораздо благодатней, и вы не будете испытывать тех проблем, которые, скажем, испытывает начинающий гитарист. Потому что гитара вообще один из самых сложных на Земле инструментов. Там очень много требований. Там требования к ногтям даже. Вот к форме ногтей, к структуре ногтей, к прочности ногтей. Там очень, даже вот такая мелочь, ногти. А без ногтей ты не будешь гитаристом никогда. На фортепиано, слава богу, этого нет. Там ногти должны быть коротко острижены. Ну, пальцы, длина пальцев, да, это важный момент. Но вон не Гаус Генрих Густавович, он обладал очень короткими пальцами и сам жаловался, и даже вены себе порезал в юности. Ну, пианистом он стал, тем не менее, и очень сильным пианистом, прекрасным пианистом. Так что вот так. Сейчас мы займемся расположением нот на клавиатуре. Так, продолжим теперь уже с фортепианной клавиатурой. Посмотрим, где вот эти ноты располагаются на клавиатуре. Значит, обратите внимание вот на какую вещь. Ноты натурального звукоряда – это белые клавиши. Но, видите, тут есть и черные клавиши, что характерно для любого клавишного инструмента. Наличие черных клавиш. Вот на черных клавишах расположены так называемые производные от основных ступеней. То есть ноты, связанные с повышением или понижением основных ступеней с помощью так называемых знаков альтерации. Вот к этим знакам альтерации, это опять-таки в соответствии с тем материалом, который я объяснял применительно гитаре, значит, вот эти знаки альтерации повышают или понижают на полтона ноту.
Значит, к ним относят диез. Вот так он пишется. Ну, те, кто занимались моими гитарными делами, они это знают. Это знак, повышающий ноту на полтона. На гитаре это один лад. А вот на фортепиано, сейчас я это покажу, и бемоль. Знак вот такой вот, понижающий ноту на полтона. И как это будет выглядеть на фортепианной клавиатуре, я сейчас объясню. Значит, смотрите, что является характерным для фортепианной клавиатуры, это равномерное чередование вот определенного порядка, в котором расположены черные клавиши. А именно, две черные клавиши, потом три черные клавиши. Опять две черные клавиши, три черные клавиши. И вот там, где находятся вот эти две черные клавиши, сбоку от них, от вот этой крайней черной клавиши, находится нота до. Нота до первой октавы. То есть та нота, которая в скрипичном ключе записывается на первой нижней добавочной линейке, а на нижнем нотоносце записывается вот она на первой верхней добавочной линейке. Вот это надо запомнить. Значит, вот эта нота до первой октавы в скрипичном ключе на первой нижней добавочной линейке на басовом нотоносце с басовым ключом, с ключом фа, будет выглядеть вот так. На первой верхней добавочной линейке. И находится на клавиатуре она вот здесь, в середине клавиатуры, сбоку от двух черных клавиш. Вот нота до первой октавы. Соответственно, следующая черная клавиша будет до диеза, то есть вот знаки альтерации ставятся слева от ноты. То есть, если вы увидите вот такую ноту, ноту до первой октавы, и слева от нее вот такую решеточку, называемую диезом, как я уже сказал, значит, имейте в виду, что играть надо не вот эту ноту, это будет просто до, просто нота до первой октавы. А до диез будет находиться чуть выше, вот на черной клавише. Дальше идет ре по порядку, значит, вот это до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. А с учетом знаков альтерации и производных от основных ступеней, вот это будет до диез или ре бемоль. То есть, если вот это ре, то это будет ре бемоль. И одновременно же эта клавиша будет означать до диез. Ну, это называется энгармонизмом в музыке. Значит, до диез и ре бемоль, они, видите, находятся на одной клавише, так же, как на одном ладу гитары, и дают один и тот же звук по высоте. Что до диез, что ре бемоль, это по высоте одно и то же. А называются эти ноты по-разному, потому что они происходят от разных ступеней, то есть в их основе разные ступени, у них разное происхождение. Значит, вот это ре, это будет ре диез или ми бемоль, это ми, просто ми первой октавы, а фа, вы помните, в натуральном звукоряде, ну, те, кто не помнит, я скажу, значит, в натуральном звукоряде между всеми соседними ступенями расстояние равно одному тону. Исключением здесь является расстояние между нотами ми, фа и си, до. Вот эти две пары дают полутон. Значит, ми и сразу фа идет. На следующие клавиши будет фа через полтона. И то же самое вот здесь. Нота си и следующая нота через полтона до. Во всех остальных случаях между соседними нотами расстояние равно одному тону, и между ними, соответственно, кратчайшее расстояние полтона между нотами
между ними производные от этих основных. Значит, это ми бемоль, это ми, это фа сразу, фа диез, это соль диез или ля бемоль, это ля, это си бемоль или ля диез, это си, и сразу до идет опять. Сразу до, только уже второй октавы. Это до диез, это ре диез или ми бемоль, это ми, это фа сразу. Помните, да, ми, фа и си до, вот между ними полтона. Здесь сразу идет фа диез или соль бемоль, это соль, ля бемоль или соль диез, ля, ля диез или си бемоль, си и до сразу. Ну и вот этот порядок, он, видите, он повторяется на протяжении всей клавиатуры. Значит, если это до первой октавы, то это си, уже малые октавы, ля, соль, фа, ми, ре, до малой октавы, и вот это си уже большой октавы. Си большой октавы, ля, соль, фа, ми, ре, до большой октавы и си контрактавы. Си контрактавы, ля, соль, фа, ми, ре, до контрактавы и си субконтрактавы, си бемоль субконтрактавы и ля. Самый низкий звук ля субконтрактавы. Ну а дальше, в общем, как я уже сказал, фортепианная клавиатура фактически это симфонический оркестр. Это вся палитра музыкальная, которая существует в музыке. Это все звуки, которые мы можем использовать, которые мы можем слышать. Ну, я надеюсь, что я достаточно внятно объяснил этот материал. Надо это выучить, но лучше всего, так как это достаточно абстрактно сейчас выглядит для вас, лучше всего это учить уже практически. Значит, мы буквально через один урок, который будет посвящен длительности нот, перейдем к практике, к первой прелюдии Баха из хорошо темперированного клавира. И вам вот то, что я вам сейчас рассказал, будет, конечно, учить и изучать гораздо комфортнее и приятней и увлекательней, чем вот так просто на пальцах. Но я надеюсь, что в основных чертах я вам рассказал вот эту суть дела.